Вот она сказка. Целые россыпи полудрагоценных камней. Рубины, изумруды, сапфиры, аметисты, аквамарины. Восточные украшения – воплощение традиций и уникального дизайна, созданного искусными мастерами своего дела. Необычной коллекции, неповторимых по дизайну и исполнению серебряных и золотых украшений. Модный авангард и изысканная старина, этнические мотивы и современная классика. Бусы из жемчуга и янтаря, броши из бирюзы и яшмы. Все это настоящая ярмарка. Выставка-ярмарка «Каменная сказка». Мы привезли очень хорошую коллекцию жемчуга. За жемчугом мы ездили сами, это Юго-Восточная Азия, территория Таиланда. И мы привезли очень интересные вещи, мы привезли очень грамотные работы. И каждая женщина, которая померяет у нас ниточку, обязательно останется довольна и захочет приобрести оберег. Оберег, который предотвратит и обережет от всех неприятностей. И у нас есть коллекция кожаных изделий, это эксклюзивные вещи, делают их, как правило, мастера Иваново или Суздали. Работы у них не повторяются, не дублируются. На выставке представлены настоящие ювелирные шедевры, которые по уникальности украшений опережают практически любой обычный салон. Мы привезли чебоксарцам очень много бирюзы и опалов натуральных камней и разнообразные новые дизайны от наших полюбившихся мастеров. Тут и шариков есть, и воробьев. То, что здесь очень ценится и востребовано в городе Чебоксары, потому что в Чебоксарах очень много девушек молодых и женщин в возрасте, которые любят авторские работы и прекрасно в них разбираются и понимают. Уверены, посещение выставки доставит вам немало приятных минут, и вы наверняка подберете для себя не одну прелестную вещицу. А всем посетителям, купившим входной билет, выставка дарит подарки. Ювелирная выставка-продажа «Каменная сказка» приглашает всех в Центр современного искусства, выставочный зал на заливе с 19 по 22 сентября.